Привет, друзья! Сегодня в «Пираньях». Кто скрывает от украинцев страшную правду о Чернобыле? Я Андрей Шабанов, и мы начинаем. Сегодня в «Пираньях». Новый Армагеддон. Какими страшными последствиями аукнулся Чернобыль сегодня? Тайный заговор. Секретный объект рядом с Чернобылем изменил атомную историю мира. Сегодня 26 апреля. День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Ровно 27 лет назад произошел страшный взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Оказывается, друзья, зона отчуждения скрывает в себе немало тайн еще со времен Холодной войны. Неподалеку от злополучного четвертого реактора находится еще один страшный объект под кодовым названием «Дуга-2». Существует ужасная гипотеза, что если бы не этот объект, Чернобыльской аварии можно было бы избежать. Расследование ведет «Пиранья» Саша. Шокирующая тайна Чернобыля. Для чего на самом деле строилась ЧАЭС? Впервые на телеэкранах гигантский секретный объект в Чернобыльской зоне, который скрывали от нас годами. Что это и чем оно всем угрожало, смотрите прямо сейчас. Этот объект не найдешь ни на одной карте. И, возможно, мы бы ничего никогда о нем не услышали, если бы не киевские экстремалы-парашютисты. Посмотрите, что парни нашли в лесах под Чернобылем. Мы на дуге. Это Чернобыль-2. Раннее-раннее утро. Птички поют. Вот это 150-метровое сооружение экстремалы использовали для своих прыжков. Но они даже не представляли возможного истинного его назначения. То есть это был секретный объект? Был. С которого вы решили просто взять и попрыгать с парашютом? Ну, он был секретный, а потом после аварии вся секретность ушла, сейчас его разворовывают. Он на карте Генштаба отмечен вообще как детский лагерь пионерский. Но по дорогам идти опасно, потому что очень легко попасться там патрули часто. Поэтому через лес, по болотам достаточно тяжело было, рюкзаки по 25 килограмм. Так что же это, когда благодаря экстремальщикам видео невероятного засекреченного объекта попало в интернет, всплыла шокирующая информация. Предположительно, данный объект, находящийся в нескольких километрах от ЧАЭС, это советская загоризонтная радиолокационная противоракетная станция. Ее строили в 70-х, причем одновременно с ЧАЭС. Простое ли это совпадение? Ходят слухи в том плане, что это была промывка мозгов, что-то там какое-то программирование населения, что контакт с космосом и прочие идеи. Этот объект некогда носил название «Дуга-2». После взрыва на ЧАЭС 26 апреля 1986 года все оборудование было демонтировано и вместе с персоналом вывезено в неизвестном направлении. То есть ЧАЭС и «Дуга» не только одновременно строились, но и разом прекратили работу. Опять совпадение? Думаем, когда мы приведем следующие факты, даже ярые сторонники официальной версии взрыва на ЧАЭС задумаются. Первое. Именно в феврале 1986 года, за два месяца до взрыва реактора, «Дуга» проходила государственную проверку и выводилась на полную мощность. Второе. В том же самом феврале терпит катастрофу американский космический корабль многоразового использования «Челленджер», вследствие чего дальнейшие старты челноков приостановлены, а возобновлены они были аккурат после взрыва на Чернобыле. А теперь главная деталь. «Дуга» была не простым противоракетным локатором. Она позволяла отслеживать старты американских межконтинентальных баллистических ракет на самой ранней стадии. Можно также предположить, что «Дуга» могла еще и поражать электронику обнаруженных мишеней. А чем «Челленджер» отличается от ракеты? Только размерами. И главное преимущество – о месте и времени его запуска было известно заранее. Ведь это шоу даже транслировалось в прямом эфире. Возможно, старт «Челленджера» был идеальным моментом для испытания сверхвозможностей «Дуги». А если это так, то может и Чернобыль был не случайностью, а жестокой, мстительной ответной диверсией. Чтобы понять, как «Дуга» могла влиять на людей и подействовать на «Челленджер», я решил обратиться к специалистам, которые работают на самой высокой телебашне в Украине, в радиусе которой, кстати, находятся одни кладбища и Бабий Яр. И это, скорее всего, неспроста.
И вот я наверху. Высота 200 метров, и передо мной весь Киев. Кстати, тут покачивает. Сейчас мы пообщаемся с инженерами. Можно ли при помощи электромагнитного излучения вывести из строя какой-либо электронный прибор? При помощи мощного импульса можно. Радиолокационные установки. С большими мощностями работает. Аппаратура такая чувствительная, она сразу выходит из строя. Мощный сигнал дуги можно было принимать на обычные приемники по всему миру. Из-за особого импульсного сигнала на Западе дугу прозвали «русским дятлом». Вот одна из записей тех времен. Вот объект, как бы вы его охарактеризовали, какой мощностью он мог бы обладать? То есть это очень дальнестреляющая, скажем так, штука. Один из консультантов Минобороны США в конце 70-х заявил, сигнал русского дятла совпадал с частотами импульсов мозга человека, находящегося в состоянии депрессии или раздражения. Вредно ли здесь работать вообще? Сейчас считается, что не вредно. А есть ли места вокруг вот башни, где на самом деле вредно находиться? В пределах от 300 и дальше метров на земле имеется в виду. Самая опасная зона, да? Да. А что может происходить вот в этой зоне? Могут быть головные боли. Взрыв на Чернобыльской станции стал причиной демонтажа не только русского дятла, но и Советского Союза. Хочется верить, что все эти страшилки остались далеко в нашем прошлом. Но где гарантия, что именно сегодня мы не живем под воздействием каких-то других непонятных источников излучения? Рядом с каждым большим городом бывшего СССР находятся многочисленные заброшенные антенные комплексы, былое предназначение которых остается непонятным и по сегодняшний день. Это гигантское антенное поле находится в Броварах под Киевом. Кстати, если заметили, тоже практически на кладбище. Надеюсь, что в наш мозг отсюда ничего плохого не транслируется. Берегите себя. Почти 30 лет прошло после Чернобыльской катастрофы. Однако последствия могут проявиться именно сейчас. Как живет один из последних оставшихся в живых ликвидаторов аварии? В этом разбиралась моя пиранья Таня. Щороку 26 квітня держава вшановує чорнобильців. Їх збирають біля якогось пам'ятника, проголошують чуттєві промови, роздають грамоти і медалі. Які молодці, пам'ятають. Та ми розкажемо вам правду. Правду про те, як насправді в нашій країні шанують тих людей, які поклали своє життя і здоров'я, рятуючи цих же чиновників і їх сім'ї від найстрашнішої аварії людства. Чергову грамоту сьогодні отримав і цей чоловік – Віктор Содоль. Таких папірців у нього купа. Покривається пилом в офісі районної організації чорнобильців. Там і наград, часов різних. От в цьому офісі там все завалене. Наградами, часами. От сьогодні благодарний далі. Правда? А зараз от там нагороди от і дають, от і тут все, розумієте? Тепер він живе у Вишгороді, що під Києвом. Та рідне його місто Прип'ять. Так-так, те саме жахливе місце в закритій зоні Чорнобилю. Віктора Степановича одного з перших покликали ліквідовувати аварію, і він пішов. Просто не знав, що на нього там чекає. Я працював начальником колонії. В этом Чернобыле. Это, то есть она занималась чем? Это занималась, значит, строили могильники и восстанавливали третий блок, чтобы пустить его. Там он тоже поврежденный. Заливали раствором моей машины. У меня 80 машин было и 8 механиков. Жили в машине, работали, понимаете. Потом уже давай, глупость, конечно, сделали, песок возить. И с Вильчи мы грузили свинец, чтобы это все. И вот представляете, горит это все, и летит вертолет, кидает в это зарево вот этот песок и свинец, и все выбрасывается обратно, и летит на нас. Это кошмар был. Саме тоді Віктор Степанович прийняв рішення, яке вплинуло на всю його долю. Машин не хватало, на реактор возили. Тоже, укрытие делали. Приезжают разные клерики, давайте, люди. Виктор Степанович, давайте машины. У меня 80 машин было, 160 человек из Советского Союза, 8 механиков. Давайте, мне хватает машин, Родина вас не забудет. И мы, давай. Нет, значит, седаем на машине, бесплатно едем. Здоровье я отдал. И говорили, Родина вас не забудет. Забыла Родина.
Ну, тепер переселили на сюди, квартиру отримали і все забросили. Родина забила не лише віддячити, а й підлікувати. Мені операцію в 87-му році зробили, вирізали щитовидку і пішло далі. А як ви почувствували, що ти безпокоїть ну, стала? Ну, як? Вона опухла ось так у мене. І дышать тяжело. Это предраковое состояние. Да все, Господи, поджелудочное, печень, ну все, что есть, сердце. Вот это так родина за душу покоится. Ни лекарств, ни путевок, ничего нет. Со мной кто ликвидировал, это троещина. Да? Вот прошлой неделе, наверное, последний момент. Осталось вот нас, которые вот столько отработали, ну сотня. И на нас не обращать. 20 тысяч, и 100 человек осталось. Осталось, покажи. Да, не больше. Все, я говорю, что у меня 8 механиков было, все умерли. Благодаря чему я живой, понимаете? Потому что я говорю, вот езжу туда, там вода замечательно, все вимивает. Лід вимивает все. Чудо вода є лише в одному санаторії у Закарпатті. Чи то самонавіювання, чи справді вона допомагає, тому Віктор Степанович з дружиною намагається їздити туди щороку. Путівка недорога – 200 гривень в день з людини. Та у чиновників таких скажених коштів нема. От я добиваюся, от 10 років хожу, дайте мені путівку з жіною, куди мені треба. Не дають. Я за свій счет їду туди. І ще в Ніжині. Це таке беззобразие, таке беззаконня. Їм все одно. А ще родина хамить. Я говорю, дайте участок, на. Я заработав, там не дача була. Дайте дачний участок. Не дали. Ходив скільки от к нашому решетняку, от мер города. Ну дай мені участок. Обещал. Кто ты такой? Как сказал про землю, он матом и вигнал меня. Кто ты такой? Вигнал. Все. Вот так с нас беспокоится. Кто же отримує всі пільги Віктора Степановича? Липа. Так цих людей називає сам чорнобилець. 75% это липових ликвидаторов. А реально сколько ликвидаторов есть в Украине? Вот так, чтобы сказать, что реальных, которые там были с вами? Если реальных подобрать, ну 20 тысяч. А их 120-150 уже. А все остальные липа? Да, это липа. Или однодневки. Мне знаете, что сказали? Нет. Вы работали. А вот рядом со мной стоял это самый человек. Он 2 дня на кране был. Вот это он ликвидатор. И ему дали. Чи варто бути героєм в нашій країні? Скільки коштує життя і здоров'я людини мірками українських чиновників? Відповіді на ці питання очевидні. Якщо б ви знали, як з вами обійдеться государство зараз, сіли б за ту машину, поїхали б туди ліквідувати? Слушайте, я начальник був, я їздив за свій город любимий. Ви були на Прип'яті? Так. О. Щоб встановити його і вернутися. Ось такою є правда, 100%, бо таким людям, як Віктор Степанович, немає чого втрачати. У чужому місці, без здоров'я, без елементарної поваги, зате з грамотою. Ну не соромно. Здоров'я я віддав. І говорили, родина вас не забуде. Забула родина. Далі в піраннях. Новий Армагеддон. Какими страшними последствиями аукнувся Чорнобиль сьогодні? 27 років. Здавалося, цього цілком достатньо, аби страшні наслідки вибуху на ЧАЕС, якщо не зникли повністю, то знизилися в рази. Місце аварії накрите саркофагом. Чиновники більше не приховують від населення ніяких таємниць. Туристи їздять на екскурсії в закриту зону. У нас народжуються здорові діти і самі ми досі живі. Та ви не уявляєте, наскільки ви помиляєтесь. Колишній міністр охорони здоров'я Поляченко Юрій Володимирович не з чуток знає, що насправді з повітрям, яке ми дихаємо. Японські вчені підтвердили негативні тенденції росту онкологічних захворювань через 20-25 років. Відповідно, наші вчені підтверджували деякі цифри, що через 20 років буде так звана друга хвиля пізніх осложнень. В тому числі онкологічних захворювань. Друга хвиля Чорнобиля. На думку деяких вчених, вона насувається прямо у цей момент. І наслідки від неї можуть бути ще страшніші, ніж одразу після вибуху. Чому? Причини досить об'єктивні. Це зв'язано з тим, що продукти розпаду, радіологічного розпаду, починають зв'язуватися з почвою, починають інактивуватися в воді, в інших
продуктах питания. Мы говорим о последствиях, которые через 20 лет начинают накапливаться. Сейчас активно заговорили об этом и ученые, и гражданские организации. Но, повторяю, мы не имеем права связывать это все с Чернобылем. Офіційного підтвердження цієї теорії ви ніде не знайдете. Цю інформацію з очевидних причин не афішують. Та подумайте самі, чим ще пояснити моторошну статистику дорослих і дитячих смертей від раку і серцево-судинних хвороб? Рік приблизно більше тисячі діток захворіває кожен рік. Тисячі дітей? Більше тисячі дітей. Після аварії на Чорнобильській АЕС з'явився рак щитовидної залози. Масово почали хворіти діти. Це вже точно можна сказати. Це Чорнобиль. Це Чорнобиль, так. Що на нас чекає вже через кілька років? І якщо існує друга хвиля Чорнобиля, то чи можлива третя і четверта? Можу повірити у те, що наші лікарі ще цього також не знають. Доступ до інформації, яка закрита у сейфах спецслужб і за залізними воротами пропускних пунктів, без жодного офіційного документу має цей чоловік. Сергій Небога впевнений у своїй правоті, бо вже давно вивчає Чорнобиль. Щоправда, за допомогою містичних ритуалів. Да, дійсно, вторая волна є і вона буде. Це тільки начало. Радіація – це як колдовство, тобто воно працює незалежно, віриш ти в нього чи ні, і його не можна потрогати. Але воно медленно і подло робить своє діло. Спустя 30-50 років може бути поздно вже. Дело в том, что идут необратимые процессы, то есть население Украины идет менее здоровым, не то что менее здоровым, оно идет в принципе уже болезненное. Далі Чаклун розповів мені таке, від чого мурашки по тілу. Люди зі слабкою психікою краще відійдіть від екранів. Нет, мы не пережили самое страшное. И что касаемо детей-мутантов, да, действительно, такое слово, как мутант, сильно раздуто западными фильмами. Мутация имеется в виду не по внешним признакам, хотя, скорее всего, я думаю, что отражение будет и в этом. Будут появиться еще какие-то болезни, о которых мы не знаем, новые. Конечно же. Скорее всего, что они появятся, и они не появятся, они уже есть. Чернобыль живет своей жизнью, и не зря ходит о нем много слухов. Наявність дітей-мутантів не можуть заперечити навіть лікарі. Звісно, і підтвердити також. Але відповідь більш ніж промовиста. Це утрировані якісь, в общем-то, представлення. Я не хочу сказати, що нету проблеми. Є, к сожалению, случаи, коли діти рождаються з так називаємими врожденными пороками. В любом ділі, в любой ситуації, в любом направлении завжди, тим більше, коли воно являється социально значимым, достаточно возникает много мифов и легенд. Но мы должны основываться на фактах. Да, проблема Чернобыля была, есть и, к сожалению, будет в жизни еще ни одного поколения украинского народа. Чи варто довіряти містикам у такій тонкій справі, як наше здоров'я і майбутнє? Я думаю, що последствия Чорнобиля ми будемо пожинати многие десятилетия. Виявляється, якби свого часу можновладці не побоялися і прислухалися до їх думки, аварії на ЧАЕС не було б взагалі. Недалеко от Чорнобиля є поселок, который називається Карма. Ну вот это поселок Карма и город Чернобыль, между ними ровно 29 километров. А в нумерологии совершенно всех духовных традиций 29 – это число разрушения, цикл черной луны. Карма на древнем славянском и на санскрите обозначает последствия. Получается последствия, черная быль, 29 километров, 29 – число разрушения. За тысячу лет до того названиями городов и расстоянием между ними уже было написано предыстория. То есть уже было предупреждение. Если бы у нас были профессиональные специалисты в области мистики, нумерологии, они бы никогда в жизни не подписали проект, чтобы там строили хоть какую-то атомную станцию. Можливо, багато з вас не вірить у цю маячню і у магію. Але хіба те, що нам розповідали про Чорнобильську аварію одразу після вибуху, не було ще більшою маячнею? Я би краще вірила чаклунам, ніж тим, хто 1 травня 86-го року вигнав сотні тисяч людей на травневу демонстрацію. Лише уявіть, яким був би світ без радіації, страшних діагнозів і людських жертв. А Віктор Содоль жив би зараз у Прип'яті, мав би дітей, йому б не вирізали щитовидку, а його товариші були б живі. Єдине, що відомо точно, Чорнобиль ще не раз нагадає про себе і через 37 років, і 47, і 127.
Проте це саме той випадок, коли і езотерики, і чаклуни воліли б краще помилятися у своїх прогнозах.